В Химках проходит межмуниципальный этап медиасфера форума «Я гражданин Подмосковья». Молодежь посещает лекции, мастер-классы, работает над своими проектами. Сегодня в гости к ребятам приехала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Прищева. В формате пресс-конференции обсудили, какие изменения ждут участников форума. Например, в этом году слет пройдет не в Егорьевске, а в Волоколамске с 11 по 31 июля. У нас всегда были крутые, интересные спикеры. В этом году они тоже будут крутые, интересные. Тем более, что по Новой Риге, как я уже сейчас сказала, доехать намного проще, чем по Егорьевскому шоссе. Я надеюсь, что вот такое вот изменение границ нашего сознания и территориальных границ поможет нам дополнительно привлечь еще более интересных и более там известных спикеров. Ребята будут жить не в палатках, а в комфортных боксах. Для вегетарианцев подготовят специальное меню. Все направления областного форума будут связаны с ключевыми темами – экология, ЗОЖ и цифровизация. Образовательную программу в этом году разработают крупные вузы – ГИМО, РГСУ, Щукинское училище и Синергия.